один. С Покровки съехали. Каток на Покровке. Мы сверху съехали. Сейчас повернем на Витебское и поедем к Юльке, потому что мы сначала туда поехали, а он нам позвонил и сказал, я еду уже потихонечку, еле-еле замерз, едет в сторону Гнезда, но он только на Ольшу сверху, он не доедет, скорее всего. Но там гора еще плохая, там на Гнезда и гора плохая, там около Папкиной работы, там гора. Вот если на тросе будем... Ну, Зин, кто знал, что машина подведет? Может, не машина даже, кто ее знает? Замерзла, что ли? У него может быть карбюратор будет там, сорин. Ну что, кто же знал? Ну надо же, новые вот не все ездят. Может, свечи уже старые. Ну, да, может, свечи, Зин, старые. Что делать? Зин, а я заливное сделала какое. Красивые две тарелки, но не успела вверх залить. Я решила цветики свои, ну, сделать. Ну да, нормально, цветик-то есть. Цветики оставить там, как есть. А потом, сейчас думаю, остался бульон, я потом специально залью, чтобы все осталось на месте. Блин, сейчас попробовала перед отъездом. Не получается, так и не залила, только вот цветики поставила в холодильник, и все. А шишку сверху не залила. Ну и вам тарелку. А, еще я испекла тортик, но только я его бросила тоже. Я коржик испекла по рецепту, как по телеку показывали, новогодний торт. Только я туда добавила на сгущенке, представляешь, там 200 грамм. Сделала, но надо это, что еще? А что ты делаешь? Так что, встречай гостя.